Волжский государственный университет водного транспорта в шестой раз стал обладателем гранта Русского географического общества и отправился в научную экспедицию под флагом плавучего университета Волжского бассейна, который следит за экологическим состоянием реки Волги. Наверное, главная это все-таки задача – это как раз объединение всех усилий по защите нашей великой реки Волги от экологического воздействия, ее исследования и ее сохранения для наших потомков. Как известно, Волга не только судоходная артерия, но и ценный стратегический природный ресурс. Однако деятельность человека и развитие научно-технического прогресса привели к загрязнению и обмелению Волги. Исследования помогут нам как раз определить качественную программу экологической обстановки реки Волги, так как Волга у нас достаточно загрязнена с учетом хозяйственной деятельности человека и научно-технического прогресса. Во время одной из экспедиций плавучего университета Волжского бассейна были обнаружены вихри. Это возвратные водяные воронки, которые ранее на данной акватории замечены не были. Они образуются в результате неравномерного спуска воды на плотинах. В результате таких образований, как вихри, получается перемешивание вод. И как следствие, образуются токсические сине-зеленые водоросли. Ну, как-то раньше мы думали, ну вот цветет и цветет водохранилище. Оказывается, это не так. Оказывается, цветет оно пятнами. Да? И пятна эти часто находятся как раз в центрах этих водоворотов. Нереально, так сказать, браться за очищение всей акватории, а можно, так сказать, вот целенаправленно именно те области, так сказать, очищать, в которых наибольшей концентрации этих вот, значит, токсичных водорослей наблюдается. Ученые-студенты из разных университетов России, таких как Волжский государственный университет водного транспорта, Институт РАН, МГУ Ломоносова, ННГУ Лобачевского, Казанского федерального университета и Института Козьмы Минина, продолжат исследование устья Камы, верхней части Куйбышевского водохранилища и притоков Волги. Очень важно для всех нас то, что это наш вклад университета в глобальный важнейший проект, экологический проект, в том числе связанный с обеспечением отсутствия загрязнения Волги, с отсутствием обмеления Волги. Поэтому для нас эта задача значимая, и очень важно, что студенты на практике имеют возможность участвовать реально в настоящей экспедиции под руководством взрослых ученых. Поэтому мы это всячески поддерживаем и развиваем. Совместное фото на память, и плавучий университет Волжского бассейна отправляется в добрый исследовательский путь. Глава Российской Федерации Владимир Путин в апреле этого года обозначил проект «Плавучий университет Волжского бассейна» приоритетным на заседании Попечительского совета Русского географического общества. Мария Бурова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.